Раньше здесь были лавки с овощами и фруктами, рыбные и мясные отделы, продавалась женская одежда. Сегодня же это заброшенные объекты, требующие сноса. От районной администрации владельцы этих трех торговых точек получили предписание о необходимости самостоятельно демонтировать павильоны. Но хозяева этого не сделали. Цены были дешевые, народу было много. Получилось так, что муж заболел, я заболела, мы немножко закрылись. И нас сразу попросили с рынка уйти. В нашем районе выявлению и ликвидации таких НТО уделяется особое внимание. Если административное предписание не выполняется вовремя, то демонтаж осуществляется силами специализированного муниципального предприятия. После того, как произошла реконструкция на данной площади и были оформлены все торговые объекты, которые могли, предприниматели получили разрешение, после этого, согласно концепции, был произведен ремонт. Данные объекты не были оформлены, да, и находятся на территории, прилегающей к школе. В связи с этим было принято решение их демонтировать. Этот торговый двор в Новом Городке несколько лет назад получил официальный статус. Павильоны привели к единому стандарту, но не все предприниматели согласились на условия районной администрации по организации торговой деятельности. Мы много лет были здесь вне закона, нас много лет пытались отсюда убрать, но потом мы все-таки нашли общий язык с нашей администрацией. Предприниматели сами со своей стороны предложили план, который устроил администрацию, согласовала администрация его по реконструкции наших торговых мест. Самостоятельно разработали мы дизайн, материалы были закуплены. В течение нескольких дней эти заброшенные незаконные торговые павильоны будут окончательно ликвидированы. Проход к местной школе и дому 18 станет просторным и удобным. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».